Люди. Люди такие разные. Некоторые из них гении. Иногда гениям удается перевернуть мир. И тогда они говорят: я родился в России, я придумал Google. Я впервые запустил Facebook из своей комнаты в общежитии. Каждый месяц я собираю 16 главных умов Лондона на брейнсторм в 5 утра. Это я, а не Шанель, придумал маленькое черное платье. Теперь каждый месяц кто-то из них будет приезжать в Россию, чтобы раскрывать тайны, указывать направление, вдохновлять и просто переворачивать все с ног на голову. Ведь это так нужно тем, кто хочет расти, хочет думать и анализировать, видеть перспективу и двигаться вперед. Кто зовет в Россию лучшие умы мира? Кто зовет вас в будущее? Да, это Йота. Да! Yes!